Роналду поклонился Аллаху, а его сын восхвалил его. Нападающий Аль-Насра, звезда мирового футбола Криштиану Роналду, забил гол в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с Аль-Шабабом, после чего очень необычным способом отметил победу. Титулованный футболист совершил суджуд – земной поклон, который мусульмане обычно совершают во время намаза и в знак благодарности Аллаху. Своим поведением Роналду вызвал восторг как у партнеров по клубу, так и у зрителей на трибуне, которые с ликованием поприветствовали поступок спортсмена. В социальных сетях довольно быстро внимание с Криштиану переключилось на его сына Роналду-младшего. Появился ролик, где подросток говорит на арабском языке. На видео 12-летний мальчик общается с одним из своих друзей, а на вопрос «Как дела?» отвечает «Альхамдулиллях, слава Аллаху». Клип быстро распространился в интернете, собрав десятки тысяч лайков и комментариев. Пользователи сети восхитились быстрой адаптацией семьи к жизни в мусульманской стране. Напомним, что 30 декабря прошлого года саудовский клуб «Аль-Наср» объявил, что подписал контракт с Криштиану Роналду сроком на 2 сезона.